ожидал, в принципе, ну, я прям прописывал для себя такие знания получить здесь, которые позволят построить компанию национального уровня. Национальную компанию, которая будет саморазвивающейся, которая будет системная, которая будет здоровая и живая. Ну, просто прокачать свои навыки как управленца. То есть получить какой-то опыт здесь разный, который мне даст больше там навыков, уверенности, мотивации, эффективности как менеджера. Интересно, что эта система, она природна. Это не просто какой-то мертвый груз. Все, что естественно и просто, оно на самом деле эффективно в жизни, в бизнесе, ну все. И вот так эта система. То есть она, можно на нее, пока не углубишься в нее, не поймешь. То есть кому-то объяснять эту систему людям неподготовленным просто, вот за минуту ты не объяснишь. То же самое, что там китайский философ скажет тебе, дерево – это дерево. Ты подумаешь, о чем он говорит. На самом деле там смысл глубокий есть. Как бы это переворачивает взгляд. Каждый директор, управленец определенного направления, подразделения сможет быть более осознан в своей деятельности, сможет быть более эффективен. Если сможет, даже не если сможет, а когда он посмотрит на этот актив, объект управления, свою зону работы, вот так, как мы здесь имели возможность лицезреть.